Всем привет, дорогие друзья, с вами Дёникс Нео, и сегодня мы играем в SnowRunner, но играем на Мичигане, нужно доделать контракты тут. Сегодня нам в этом помогут три зила, 131, 133 и 130 зил. Это модификация. Вот, я решил попробовать посмотреть, что они из себя представляют, и повозить бревна с помощью них, потому что в стандартной игре средние бревна возить пока что не продумано ничем. Единственная машина Caterpillar 745, который медлительный, который неповоротливый, который... Ну, конечно, можно им играть, но слишком долго и сложно. А я хочу просто расслабиться и получить удовольствие. Вот. Давайте поехали. Посмотрим, как они будут себя вести на дороге. Также у нас стоит еще Navistar на заправке, который нужно доставить длинный брём на лесопилку еще разок. Вот. Ну, давайте, поехали.